Их служба и опасна, и трудна. В зале собрались представители одной из самых мужественных профессий – Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, отмечает День сотрудников органов внутренних дел. В преддверии 10 ноября в адрес служащих Центра специального назначения прозвучало множество теплых слов. Чествуем тех, кто сегодня несет тяжкую службу по охране общественного порядка, общественной безопасности на территории нашей страны. Мы в этот день вспоминаем все заслуги наши, все наши победы. От имени Совета депутатов и администрации Щелковского муниципального района сердечно поздравляем вас, личный состав и ветеранов Центра, с Днем сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Зубр, рысь, ястреб – названия отрядов специального назначения, входящих в состав Центра, известны большинству жителей нашей страны. Служба этих людей связана со многими опасностями – от спецопераций по борьбе с терроризмом до устранения массовых беспорядков. Хотелось бы сказать вам благодарности за ваш нелегкий труд, за тот каждодневный подвиг, который вы совершаете. И в этот день пожелать вам, в первую очередь, здоровья, спокойствия в ваших семьях, чтобы дома вас всегда ждали. Все здесь присутствующие в зале и те граждане, которые проживают на территории Щелковского муниципального района, городского поселения Щелково, и нашей необъятной страны, вплотную пересекаются с вами. Они засыпают и просыпаются спокойно, потому что рубежи нашей Родины, нашу безопасность охраняете вы. Выполнение этой непростой задачи было оценено по достоинству. В честь наступающего праздника бойцов отметили медалями за отличие в охране общественного порядка, благодарственными письмами и грамотами, в том числе от администрации Щелковского района, и просто ценными подарками. Служба Российской Федерации спецназа. Мне бы хотелось, чтобы и в дальнейшем те задачи, которые перед нами будут стоять, мы их выполняли на том же высочайшем уровне. Наши бойцы продолжают, и оперативные сотрудники, нести службу в Ингушетии, в Крыму. И мы получаем только оттуда слова благодарности. Завершили торжественные мероприятия в центре небольшим концертом. Александр Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».